Хей, всем здорово! В общем, сегодня мы с девчонками едем вот туда, да-да-да, поле, брод, леса всякие. В общем, сегодня у нас будут приключения такие полево-лесные, в общем. Да, самое главное, чтобы девчонки переехали брод, они ни разу там за рулем не переезжали его. В общем, сейчас будем смотреть, что получится или нет. Я поеду первая через брод, а дальше уже будем смотреть по ситуации. Ну, главное, что они в кроссовках. Вот это, конечно, кайф. В общем, будет интересно. Погнали. Кстати, на Альфочке почти прошла обкатку. Уже 906 километров наезжено. Вообще, планировалось сегодня закончить проходить обкатку. Но, видимо, не судьба. Главное, чтобы еще они нигде в колею не въехали. Вот здесь вот тяжело сейчас будет тоже переехать. Тут маленький ручеек, не знаю, сейчас он не высох. Вот колея сейчас очень сильно будет мешать. Тут прям везде жесть. Маша, куда поехала, Маша? Девочки! Девочки, вы чё? Нифига вы с лету. Даже я тут Блин, как же меня задолбал этот хлам в гараже. Просто посмотрите, сколько его. Кстати, про хлам. Друзья, хочу показать вам отличный канал «Весь хлам». Юрий покупает убитые мотоциклы, мопеды, скутера и приводит их в чувство. Так что на канале не только покатушки, но и много ремонта. Также Юрий рассказывает различные способы заработка, чтобы не лить Газпром вместо матюля. Так что, друзья, если вам интересен канал с множеством мототехники и ее ремонта, то вам на канал «Весь хлам». Ссылочка в описании. А вы не знали, блин? Это лужа такая. Так надо посередине, вы что полетели так? Что, сумасшедшие, что ли, вообще? Капец вы, девочки. Безбашенные индуристки, блин. Что это было вообще? Столкновение титанов, мать вашу. Все живы. А ты что с размаху-то полетела? Ты забыла, где тормоз, я не понимаю. Да нет, а как еще там ехать? Да, то есть ты решила не тормозить и с лету заехать. Я же тормозила. Давай вперед. У тебя получилось лучше. Я уже не знаю, ехать ли им через брод. Это капец какой-то. Да, я не знаю, какой день Маша за рулем. Наверное, пятый или шестой. Короче, но в том, что совсем мало она еще за рулем находится. И уже мы едем в какое-то болото. Ладно, ее мотоцикл хотя бы для этого приспособлен. У него классные вообще колеса и очень мягкая подвеска. Я тут недавно взяла чисто проехаться пару метров, помочь переехать Маше через мостик. Вот, и я офигела от того, насколько этот мопед мягкий. Ладно, я думала, что как раз Женя... О, нифига, тут перепахали поле. Я думала, что как раз Женя беспрепятственно, аккуратненько проедет. Ну вот, как они будут сейчас брод переезжать, это, конечно, интересно посмотреть даже для меня. Главное, чтобы никто не искупался. Здесь стала такая ужасная дорога. Раньше она была поровнее, а сейчас просто колдобины сплошные. Нифига тут перепахали. Вот это неожиданно. Эти поля просто всегда были заросшие полностью. А сейчас, видимо, решили их вспахивать.
Но тут охотники вообще-то. Везде охотничье хозяйство. Дорога, конечно, оставляет желать лучшего. Но дальше вроде как будут более-менее ровные поля, чем вот это вот. Мы сюда на великах ездили. И, кстати, с Мишей на Альфе тоже. Но я была на питбайке, Миша на Альфе. И вообще-то этот уже брод на канале популярен достаточно. Главное, чтобы Маша с разбегу также не нырнула в воду. О, черемуха цветет. Так, оттормаживаемся, девочки. Я думала, ты также с разбегу поедешь в это, в речку. Я думала, Маша также с разбегу в речку поедет, как залетела в этот ручеек. Действительно. Ну, спускайтесь пониже. Девчонкам страшно. Мне бы тоже было страшно. Когда я первый раз переезжала эту речку, было стрёмно, да. Но тут сейчас не очень-то и глубоко. Ну не очень глубоко сейчас. Очень неглубокий, да. Смотри, Маша сейчас размаху поедет. Маша, давай с разгону вперед. Ну смотрите, вот здесь вот прямо. Ой, сейчас я поеду уже. На первый спокойненько. Если понимаете, что падаете, на вторую. Чпонькой газу. Ну что ты думаешь, не переедешь? Самое сложное — это на камни. Когда попадаете, рулька лошматит. Я вот на тот большой попала в прошлый раз, чуть не навернулась. Где лучше ехать? Вот здесь. Вот здесь и налево, да. Вот так. Да, ну что, я первая? Конечно. Итак, Альфа и брод. Спокойненько, аккуратненько. Оп. Я еще не снимаю, они уже едут. Ух ты ж. Ё-моё. Есть. Ты мокрая насквозь? Да. Чуть-чуть да или насквозь? Женя спрашивает, мы разворачиваемся или едем дальше? Ну блин, что, мне обратно? Ну она в плане, тебе нормально мокро ехать? Ну да. Не, Жень, едь сюда! Аккуратненько! Молодец, видишь? Все нормально. Мокрая? Нет, наверное. А, да, офигеть, откуда? Брызгала. У меня лапка свернулась, когда я в машину беру. Где? Летит твою дивизионную. Ты выпрямишь? Выпрямлю. Не, ну мне как бы сейчас нормально ехать. Ладно, давай я лучше дома выпрямлю. Ладно. Аккуратнее. Все хорошо? Ну да. Мне лучше, чем Маша. Смотрите, у меня вообще сухие. Аккуратно. Капец. Нет, девочки, я с вами в такие леса больше не поеду. Итак, самое главное препятствие пройдено. Конечно, не без потерь. Блин, надо было вверх сюда ехать. Зря я не сюда. Надо было туда ехать. Ну ладно, прокатимся тут. Не знаю, нормальная ли тут дорога. Зато тут красиво. Не, вроде нормально все, хотя и размыто немножко. Ой, на питбайке здесь было в 100 раз лучше, если честно. Тут так красиво вообще-то. Да, ой, такая поляна.
Да, необычная, правда? Лучше всего Маша, у нее мягкий мопед, хорошая резина. А вот мне, учитывая то, что я здесь всегда в основном на питбайке ездила, не очень кайфово на дорожной Альфе. Я бы сейчас с большим кайфом на Машином мопеде рассекала по таким дорогам. Он реально очень мягкий. Мне интересно, что у него по подвеске. Наверное, это обычные два амортизатора на маятнике. И, блин, просто телескопическая вилка. Ничего необычного. Сидушка зато очень мягкая. Может быть, за счет этого создается впечатление, что он прям такой кайфовый, как питбайк. Кстати, у него даже скорости идут ровно так же, как на питбайке. Типа, все, получается, вверх и вниз до нейтралки. Так, здесь разломы дорожные, не очень хорошие. Зато пейзажи тут очень прикольные, мне нравятся. На нейтралке. И тормоз, тормоз, тормоз. Им главное научиться оттормаживаться. Интересно, какие приключения ждут нас впереди? Слева, слева, объезжаем слева. Аккуратно, на первой передаче. Все слева. Аккуратно, на первой передаче. Какие-то курсы питбайкеров проходят девчонки. И я на Альфе. Все, теперь в горочку и дальше нормальная дорога вверх. Оп. Сейчас с девочками посовещаемся, либо поедем до трассы, либо развернемся и поедем в обраточку. Все, мы приехали к заброшенной деревне. Чего ты? Ну, смотрите, девочки, у нас два варианта. Первое, мы едем в горы. Второе, мы едем обратно. Смотри по времени, да. Да, по времени. В общем, мы с девчонками приняли решение ехать обратно. Во-первых, сейчас идет премьера, и мы летим, чтобы посидеть с вами на премьере. Чисто до связи доехать. Так что
Мы очень быстро возвращались, вот только я перед бродом решила включить камеру, мало ли что произойдет. Вот. Короче, переезжаем потихонечку, аккуратненько. Сейчас девчонки переедут тоже. Оп-оп-оп, все, молодец. Отъедь немножко, наверное. Чуть-чуть повыше отъедь, чтобы Маша проехала. Во! Ну вот и все. А можно было так сразу? Ты даже не забрызгалась. Так я сказала, вот здесь вот объезжаем. Короче, ладно, все, вперед. Даже брызгов нет, да. Поехали, девочки. Теперь еще в горочку надо подняться. Аккуратненько. Так, короче, уже не на Альфе, уже 500 километров. Когда я опустила этот момент, когда уже пол косаря стукнуло. Вот, надо будет поменять масло. Здесь ужасная дорога, просто отвратительная. То, что вспахали тут поле, это прям для меня нонсенс. Короче, друзья, вот такой видосик у нас вышел. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И всем до нового видеоролика!